Это один из первых городов, который я планирую проехать. Я проеду все соседние там, областные центры. Мы планируем и Самара, и Пенза, и Саранск, и Ульяновск. Там еще 4-5 поездок. Мы там в течение месяца визиты сделаем. В чем смысл этих поездок и по содержанию? Сегодня прочитал на вашем сайте информресурсе там мнение или высказывание одного из общественников, но это его позиция. А наша позиция преследует цель этих поездок следующая. Речь не идет о замещении в отрасли или каких-то отдельных там юридических лиц. Речь идет о том, что у нас у города, у муниципалитета, стоит колоссальная задача по нескольким видам работ. Ну, например, капитальный ремонт. Нам необходимо сделать тысячи объектов, разные виды работ. Замена кровель, замена инженерных систем, фасадная работа, укрепление фундаментов. У нас стоит задача, мы на сегодняшний день обсуждаем, подходим к ней, такая возможность у нас появилась при поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Мы даже начали обсуждать и готовиться к реконструкции тротуара. Это ручной труд, это не федеральная трасса, где квадратные метры одним асфальтоукладчиком за сутки укладывается там тысяч. Это ручная работа. И тот объем финансирования, который планируется, мы должны понимать, что те подрядные организации, которые у нас есть, они просто могут с этим не справиться. Когда мы говорим про строительство объектов социальной сферы, когда мы говорим про парки и скверы, про общественное пространство. А я им хочу напомнить, что у нас, когда мы начали заниматься обновлением сквера Радищева, у нас никто не вышел. Когда мы говорим про проспект Кирова, у нас вышел один игрок. И, конечно, в том объеме реконструкции, строительства, который на территории города в 2020 году планируется, нам необходимы дополнительные силы, дополнительные компании, которые на основе конкурсных процедур готовы выйти и участвовать, работать на территории города. Вот про что идет речь. Поэтому нету никаких двух смыслов кого-то поменять, кого-то заменить. Речь идет о больших объемах, и нам необходимы дополнительные компании и в строительной отрасли, и в дорожной отрасли, и те компании, которые занимаются капитальным ремонтом. А капитальный ремонт, напомню, мы отдали это на уровень районов города, поэтому на сегодняшний день там весенний период. Это будет подготовка и конкурсных документаций более детальнее, более тщательнее. И в последующем объявлять аукционы на уже строительно-монтажные работы. И если у нас этот процесс будет увеличиваться, то мы понимаем, что компании нужно больше, чем есть на сегодняшний день.